Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Святой Рок. Сегодня хочу представить вам еще один красивый узор. В нем присутствует и ажур, плотная такая вязочка, лицевые, изнаночные. Вот его лицевая сторона. Видите, видно, как он светится. Вот изнаночная сторона. В изнанке он тоже такой симпатичный. Можно его попробовать связать с ангоры или с альпаки. Несмотря на то, что в нем есть ажур и дырочка, мне кажется, в пушистой ниточке он будет теплый. Образец я вязала спицами 4 мм. Ниточка у меня здесь 30% шерсти, 70% акрила. Она тоненькая. Вязала я в 6 сложений. Раппорт узора составляет 6 петель, добавочный плюс 3 плюс 4. Высота узора у нас 24 ряда. Узор вяжется в лицевом ряду, в изнаночном ряду петли вяжутся по рисунку. А образец буду вязать спицами 4 миллиметра, и ниточка у меня здесь Alize Lana Gold. Для образца мы наберем с вами 21 петлю. Так, провязываем нулевой установочный ряд изнаночными петлями. Кромочную снимаем. Так, первый ряд нашего узора. Кромочную снимаем. 2 изнаночные. 3 лицевые. 3 изнаночные. 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, в конце ряда 2 изнаночные, кромочная. Изнаночный ряд петли вяжем по рисунку. Третий ряд вяжем как первый ряд. Четвертый изнаночный ряд. Пятый ряд. Кромочную снимаем. Следующая изнаночная. А следующие две петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Мы лицевую петлю переворачиваем, чтобы у нас была ровная косичка. Спицу заводим снизу вверх и вывязываем петлю. Две вместе. Накид. Лицевая, накид. Следующие две петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном влево. Мы изнаночную петельку переворачиваем, провязываем 2 вместе лицевой. Далее изнаночная. Следующие две петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Следующие две петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. Следующие две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Следующие две вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. И кромочная. Шестой ряд у нас изнаночный. Петли вяжем по рисунку, накид и провязываем изнаночными петлями. Седьмой ряд. Кромочную снимаем. Следующие две петельки провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид. Лицевая. Следующие три петли нам нужно провязать вместе лицевой петлей. Мы меняем местами первую и вторую петлю. Первая у нас, вторая петля у нас поверх первой. И вывязываем одну петельку. Далее лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Следующие три провязываем вместе лицевой. Лицевая,
накид, лицевая, накид, лицевая. Следующие две вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Кромочная. Переворачиваем работу. Восьмой ряд изнаночный. Девятый ряд. Кромочную снимаем. Далее две лицевые провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Три лицевые. Накид. Три вместе лицевой провязываем петли, меняем первую, вторую местами, вторая поверх первой, провязываем вместе лицевой, накид, далее три лицевые, накид, следующие три петли провязываем вместе лицевой, накид. Три лицевые, накид, и следующие две лицевые провязываем одной лицевой с наклоном влево и кромочная. Десятый изнаночный ряд. Одиннадцатый ряд. Все петли вяжем лицевыми, кромочную снимаем, до конца ряда у нас лицевые петли. В конце ряда кромочная. 12 изнаночный ряд. 13 ряд. Кромочная. 2 лицевые. 3 изнаночные. И до конца ряда чередуем 3 лицевые, 3 изнаночные. В конце ряда у нас получается 2 лицевые, кромочная. 14 изнаночный ряд. 15 ряд. Петли вяжем по рисунку. 16 изнаночный ряд. 17 ряд. Кромочная. Лицевая. Накид. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночную меня переворачиваем. Изнаночная. Следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. Следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. Следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. Следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая и кромочная. 18 изнаночный ряд. 19 ряд. Кромочную снимаем. Далее у нас лицевая, накид, лицевая. 3 вместе лицевой провязываем. Первую и вторую петлю меняем местами. Вторая поверх первой перед работой. Провязываем их вместе. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И следующие три провязываем вместе лицевой. Также меняем петли местами. И вывязываем одну петлю. Далее лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И следующие три провязываем вместе лицевой петлей.
лицевая, накид, лицевая, кромочная. 20-й изнаночный ряд. 21-й ряд. Кромочную снимаем. Далее у нас 2 лицевые. Накид. Следующие 3 провязываем вместе лицевой. Меняем петли местами. Не забывайте, чтобы впереди была красивая косичка. Накид. 3 лицевые. Накид. 3 вместе лицевой. Накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, накид, 2 лицевые и кромочная. 22-й изнаночный ряд. 23-й ряд. Кромочную снимаем и все петли до конца ряда вяжем лицевыми. В конце ряда 1 кромочная. 24-й изнаночный ряд. Вот мы связали с вами в высоту все ряды. У нас здесь 2 раппорта. Связано 2 раппорта. Вот получается как в светлом цвете, тоже красиво, очень более четко видно узор, столбики, ажур. Пробуйте, вяжите. Всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Всем хорошего настроения, ровных петелек, до скорых встреч!